Всех приветствую, продолжаем рассматривать работу художников и знакомиться с их автобиографией. Английский художник-иллюстратор Сэмюэль Люк Филдс. Родился я в Ливерпуле 18 октября 1844 года. Когда он был ребенком, его воспитанием занималась бабушка, которая являлась политическим активистом и выступала в качестве одного из докладчиков на заседаниях в Манчестере. Она была ведущей фигурой женского движения чартистов. Я цитирую Википедию. В возрасте 17 лет Люк Филдс становится студентом Орнгстонской художественной школы. В 1863 году Филдс выигрывает стипендию, которая позволила ему обучаться в Лондоне. Переезжает в художественную школу Южного Кенсингтона, которой руководил Ричард Бурчетт, где встречает Фрэнка Холла и Губерта фон Геркомера. На всех троих оказали большое влияние работы Фредерика Уокера, лидера движения социального реализма в Британии. Окончил Королевский колледж искусств и Королевскую академию художеств. К концу 1860-х годов зарабатывал деньги в качестве иллюстратора популярных периодических изданий, как Cornhill Magazine и Once a Week. Филдс разделял политические убеждения своей бабушки о необходимости защиты обедняка. В 1869 году был зачислен в штат газеты «Graphics», иллюстрированного еженедельника, редактором которого был общественный реформатор Уильям Льюис Томас. Филдс вместе с Томасом верили в то, что сила зрительных образов способна изменить общественное мнение, пробудив его внимание к таким проблемам, как нищета и социальная несправедливость. Писатель Чарльз Диккенс также был большим поклонником творчества Билда. Со временем Филдс становится известным и популярным художником и в 1870 году оставляет свою работу в газете и возвращается к масляной живописи. Женился на Фанни Вудс, тоже художнице, и сестре художника Генри Вудса. К 80-м годам 19-го столетия Люк Филдс становится портретистом и на этом поприще к 1900 году превращается в одного из самых успешных и высокооплачиваемых художников Англии. Он написал портреты нескольких членов королевской семьи, в том числе портрет Эдуарда VII. В 1906 году его посвящают в рыцари. Сын Люка Филдса Пол – патолог и микробиолог, специалист по биологическому оружию, сотрудник лаборатории Портендаун. Умер в 1627 году в возрасте 82 лет. Вот так вкратце из переводной Википедии о английском художнике-иллюстраторе Сэмюэль Люк Филдс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.